подходит к концу, а значит, можно подводить его итоги. Список добрых и полезных дел, которые успели совершить активные и неравнодушные, исчисляется сотнями. Волонтеры и другие молодежные организации «Химок» не пропускают ни одного важного мероприятия. Участвуют в организации и проведении праздников и встреч, помогают многодетным семьям и пенсионерам. Ребята все молодцы, классно, молодежное движение, молодежь «Химок» всегда развивается, растет. Я желаю успехов, удачи и новых свершений в новом году. Завершили уходящий год концертом творческих коллективов округа. Ребят поблагодарили за отзывчивость в году уходящем и пожелали еще больше добрых свершений в году наступающем. Нина Липанова, Вильфред Дембковский, новости Химки ТВ.